Кіраўніцтва рэгіянальных бібліятэк Беларусі і Расіі, нацыянальныя бібліятэкі, прадстаўнікі навуковых бібліятэк ВНУ сёння сабраліся ў Гомелі. Яны сталі ўдзельнікамі канферэнцыі, прысвечанай 90-годзю вядомай не толькі ў Беларусі, але і далёка за яе межамі Ленінкі. Адкрылася канферэнцыя віншаваннямі і ўручэннем падарункаў. Да юбіляру прыехалі госці з Бранскай і Курскай абласцей. Зачытвалі вітальныя адрасы кіраўнікі рэгіянальных устаноў і нацыянальнай бібліятэкі. Пасля удзельнікі конференции абмеркавалі заявленные у программе доклады. Коллеги делились своими доследованиями по истории библиотек, краязнаўчым накірунку у работе, международном супрацоўніцтве и стратегиях сучасного развития. Многие гости отзначили, что особную практичную конференцию можно присвячать вывучению интерьеров, залов и экспозиции самой Ленинки. Бо менавіта гомельская установа натхняя своих коллег на новые проекты и доказывает, что библиотека, как культурный, информационный и выхаваўчы центр, заўсёды актуальная. В обществе ведутся споры о том, нужна ли библиотека. Поскольку мы говорим очень много о том, что сегодня главное направление – это цифровая трансформация нашего общества, экономики и всех сфер. Естественно, кажется на первый взгляд, зачем нужна библиотека с книгами и с ее привычным таком пониманием, как библиотека-хранилище. Но Гомельская областная библиотека – это вот пример той библиотеки, которая умеет выживать, вовремя адаптироваться и, более того, даже задавать какие-то новые нормы.